Говори. Я Евгений Плотников, президент Харьковской Федерации Береговой Кортинга. Сегодня я покажу соревновательную схему, которая будет применяться в городе Херсоне на чемпионате Украины по марафону. Схема состоит из 10 упражнений, общее время выполнения которых 24 минуты. Упражнения будут выполняться последовательно. Первое упражнение – приседание на одной ноге. Бурпес плюс толчок 20. Наклон из нагиряка 16. Наклон из гирями 16. Тростери з двома гірями 20. Ривок двома гірями 20. Турецкий подъем 16. Пресс плюс выжимание 16. Мах двумя гирями 20. Випади з гирями 20. Комплекс нажимов.